Hello guys, this is Angelos and Explore Russian, and today is St. Valentine's Day. Well, it's not today, but I'm just filming this video for the 14th of February. So, on Valentine's Day, some of you buy flowers, chocolate, teddy bears, or you book a table for two in a nice restaurant. Some others just don't bother, it's just another day, even if you are fully, deeply in love. It doesn't matter. The reason I came out to the streets of St. Petersburg today is to ask Russian people how they confess their love, what is their favorite love poem, or to share a story with us, a personal story of a love confession. Let's see what they have to say. Ребята, добрый день. Добрый день. Как у вас дела? Все хорошо? Отлично. Хорошо. Вот, любовь и признание в любви. Тогда, когда он уезжал очень далеко, и как бы, когда он уезжал, я решила, что, ну, пора сказать все-таки эти слова, и когда я сказала, то он сказал, что я об этом же думал на протяжении всей прогулки, которая у нас была в этот день, вот, и он сказал это. Хорошо, хорошо. Друг другу признались. Ага, ага. И, ребята, как вы отмечаете 14 февраля? Еще только первый раз будем отвечать. А, хорошо. А как вы собираетесь тогда? Еще пока не думали. Это сюрприз, конечно, да. У вас есть идеи, можно послушать. Здравствуйте. Я просто хотел у вас спросить, как люди признаются в любви в России? Ну, это очень зависит от того, сколько людям лет. Когда молодые люди или среднего поколения. Мне, например, муж просто сделал предложение по телефону, он тогда работал в Москве, я сразу согласилась, потому что это был очень долгий роман. Ну, а так те любят романтично, обязательно ходят в ресторан, обязательно кладут кольцо в шампанское, становятся на одно колено, просят руки и сердце. Расскажите ваше любимое стихотворение о любви. Помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Это совсем не о любви, наверное, но о том, как любовь зарождается. Ага. Да. А кто написал такое стихотворение? Пушкин. Пушкин. Да, да? Конечно. Посвятил Анне Керн, увидел ее первый раз на балу и долго-долго вспоминал. Спасибо. Как люди признаются в любви в России? По-разному, конечно, у каждого свои методы, но в основном, мне так кажется, здесь важны не слова, а вот именно взгляд. Вот ты смотришь в глаза человеку и понимаешь, вот, какое у них к тебе отношение, а он, соответственно, видит твой взгляд. Я вот считаю так. Как вам признавались в любви или как вы признавались? Какое признание? Первое или вообще по жизни? Потому что все-таки мне уже лет, ну, немало. И за это время как бы опыта признавания в любви мне, да, большой. Поэтому как бы что вот интересует? Первое признание в молодые годы. Да, давайте, да. Именно в молодые годы. Да, первое признание. Ну, первое признание, оно было в школе, в 8 классе. Мне очень нравился мальчик, Витя его звали. Ну, и как выяснилось потом, что и я. И даже там при какой-то такой ситуации, я не помню, ну, позже на улице мы там как-то баловались, играли, и он так быстренько, незаметно поцеловал меня в щечку. У вас есть какое-то стихотворение любимое, ну, о любви? Ну, давайте такой одной строчкой. Любись, возраст и покорный. Как люди признаются в любви в России? Каждый признается по-разному. Я считаю, что если человека любишь, надо не говорить об этом, а надо делать что-то для человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Наташа. Наташа, очень приятно. Меня зовут Ангелос. У меня вам, к вам вопрос. Да. Как люди признаются в любви в России? Ну, у нас всегда это очень романтично происходит и весело. Вот лично мне признавались в любви на стадионе. У нас были стадионы «Зенит-Арена» и «Петровский». Они идеальны. Вот у нас как-то было на футбольном матче. Именно на «Зенит» «Крылья Советов». Я помню, когда мой парень признался мне в любви. Было очень здорово. Как вы отмечаете 14 февраля?
мы всегда делаем какие-нибудь домашние праздники, то есть накрываем большой стол. Когда я прихожу домой, мой парень Саша всегда делает какие-нибудь украшения, то есть украшает комнату, шарики, разные празднества. Вот, поэтому очень здорово. Да, и шоколад, яйца, цветы. Конечно, да? Это обязательно. Хорошо, хорошо. Спасибо, Наташа. И вам спасибо. Да, 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 всего доброго, да, да. Спасибо. Как вы признавались в любви? Ну, искренне, наверное. Ну, искренне, от души. Но это чересчур часто, наверное, происходило. Люди, мне кажется, привыкли считать, что признание в любви должно быть единожды или пару раз в жизни. Я так не считаю. Любовь — это то, что находится внутри тебя, то, что ты излучаешь из себя. Ты можешь любить своего друга, свою подругу, свою мать. И это будет, мне кажется, одна любовь. Это что-то большое, теплое и окутывающее. Нельзя в жизни повстречать одного человека и любить его. Как бы жизнь такая сложная штука, что что-то начинается, если что-то началось, оно всегда имеет завершение. И у всякой любви есть конец, но любовь от этого не исчезает, не пропадает. Она есть внутри тебя, и ты должен осознавать, что это чувство, которое есть только внутри тебя. И ты можешь его отдавать, а можешь держать при себе, там, пытаться, ну, подходить к вопросу избирательно, этого я люблю, этого не люблю. Мне кажется, если ты живешь тем моментом, ты должен любить здесь, сейчас, и человека, которого ты повстречался недавно. И не может быть такого, что любовь возникнет вдруг, там, спустя месяц, неделю. Она вот либо есть, либо нет. Либо оно появляется внутри тебя и живет, либо нет. Вот, вот так, нет. У меня в детстве был такой случай, в детском саду и девочка сказала: ты мне нравишься, мне сказала: ты осел. И вот такой у меня маленький барьер в голове. Такой, а вдруг я осел? Ты думаешь, что девочка и сейчас тебе может такое сказать? Я уже не думаю. Я понимаю, что это мое чувство. И то, что оно есть, это очень здорово. И ты говоришь очень искренне и честно, смотря в глаза. Ты просто расплываешь. Ты, ну как, парни превращаются в придурков, когда они любят. Они не мужественные мужики, они слабые существа. Те, которые внутри, дети, которых они скрывают всячески. И ты честно признаешься в любви. Ты говоришь: я люблю тебя. И это жалкие слова, которые не могут передать твоих действительных чувств. И поэтому, наверное, я как мужчина больше предпочитаю о чувствах молчать, потому что одни... их нельзя писать словами. Но это что-то большое, искреннее. Не знаю, да. В моей жизни не было такого 14 февраля, прям вот, чтобы мне дарили цветы и подарки. Ага. Просто для нас этот праздник такой школьный какой-то. Ну да. Наверное, вот, да. Потому что в школе все 14 февраля, и в школе все дарят валентинки, да-да, вот эти открытки. А, открытки, это валентинки, да? Да, открытки. Да. То есть все это тайна, все это такая игра, но а когда мы вырастаем, уходим из школы, как-то этого нет. Наверное, больше привыкли делиться любовью не в какой-то определенный день, а вообще, в принципе. Да. Ну да, спонтанностью такого, ага, момента, события, секунды. Вот, я с тобой согласен, да. Да. Аня, привет. Привет. Я правильно попал, да? Ты вообще? Потому что ты актриса. Да. Да, и что прочитаешь нам? Я прочитаю тебе стихотворение Шестакова Сергея. Хорошо. По-моему, прекрасное стихотворение. Это о любви, да? О любви. Да, отлично. Господи, сделай так, чтобы она не снилась. Не брала за руку, не проводила пальцем по коже. Обрати меня в четвероокий, четверорукий стилус. Только освободи, только не приводи ее. Больше, Боже. Солнце остановилось где-то между двух Америк. Зябко расколотому надвое небосводу. Рыбы в рыбе и тоске выбрасываются на берег. Человек в человечье медленно погружается в воду. Как тебе признавались в любви? Есть вот ну, какая-то история необычная, оригинальная? Слушай, ну они были разными. Я думаю, что самое оригинальное, видимо, впереди. Ой, отлично! Что ты нам прочитаешь? Я прочитаю стих Сергея Есенина «Ты меня не любишь, не жалеешь». Хорошо, пожалуйста. «Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки отпустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня, многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом, я ведь сам люблю тебя не очень, утопая в дальнем, дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно, вспыльчивая связь, как случайно встретился с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой, распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогай, только не горевших не мани. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку, и с тобою встретимся мы вновь. Отверну вот другому ближе плечи, и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо: «Добрый вечер». Я отвечу: «Добрый вечер, мисс». И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. Спасибо, Анастасия, спасибо. Расскажи нам, пожалуйста, как люди признаются в любви в России? Ну, они что обычно... они делают? Да. Это обычно их смущает. Смущает, они признаются, глядя в лицо. Скорее всего, они держат друг друга за руки, выбирают какое-то подходящее место и говорят о том, что я тебя люблю. Ну, хотят услышать в ответ: «Я тебя тоже люблю». Вот. Отлично. Что ты там делаешь? Расскажи. Вот, историю необычную. У меня такого не было. Это обычно поступки людей. Ну, ты просто понимаешь, что о тебе заботятся. И как бы это и есть проявление любви. Слова же, по сути, ничего не значат, потому что их часто, когда произносишь, они обесцениваются. Из такого, что у меня было? У меня было, когда я ехала с молодым человеком в метро, он, получается, спросил, можно ли тебя обнять. И это было своего рода признанием в любви. Ага. Ну, не поцеловать, а именно обнять, потому что это что-то... Не знаю, более ценное, что ли. По-моему, хорошая погода, знаете? Вот этот холод, вот эта серость, они заставляют людей быть ярче, теплее, добрее, потому что, ну, как бы, погода представляет некую опасность, и нам надо сплочиться, там, обнять друг друга для того, чтобы было теплее, грубо говоря.